Пришли шапочки. Ох. Так. Это значит, у нас лот 3 по 20. Надо будет делиться. Один лот не мой. Даже не знаю, как делить. Ну, посмотрим. Поделим все поровну. Вот разложим все на три части. Вот такие вот шапочки. Целая куча. Все разделим поровну. Так, еще одна коробочка сегодня. Надо же, первый раз такое вижу. Прям все вот эти штучки. Ой, как красивая коробка внутри в клеточку. Ой, они еще и с запахом. О, боже, они вкусно пахнут. Боже, откуда такая прелесть? Так, надо почитать, откуда. А, китайские. Надо будет тоже такие заказать. Так, у нас здесь есть куколка. Завернутая пленочку. Боже, какие табулечки хорошенькие. Какие хорошенькие тапочки. Мне нравится. Ручки, ножки. Все очень нравится. Так. Это куколка с Руби Лейн. Вот, с ней все в порядке. Только что они не заблокировали глазки. Поэтому надо будет куколку переупаковывать. Он у нас поедет в Россию. Вот такой красивый мальчик. Надо будет его переупаковать. Да. Наш красивый мальчик приехал, но они его глазки не заблокировали. Не заблокировали, потому что у него вот такая вот головушка. И она запечатана гипсом. Вот, пожалуйста, скажите мне, как мне быть? Мне вскрыть этот пейт и положить туда бумагу? Или мне аккуратно заклеить глазки, может быть, тонким скотчем? Как мне сделать? Скажите, как скажете, так я и сделаю. Так, что у нас тут? Приехали. Отлично. Прекрасно. Просто замечательно.